1 июня в России началась выплата пособий на детей от 3 до 16 лет. Деньги уже поступают на карты заявителям. Эта мера направлена на поддержку родителей с детьми во время коронавируса. Мы подавали заявку в электронной форме. Пришло достаточно все быстро. И мы уже вот 2 числа получили на карточку перевод. Но не у всех эта процедура прошла гладко. Мария, например, уже дважды отправляла заявку на получение средств, но оба раза приходил отказ. Говорит, что приехать лично в пенсионный фонд было непросто, так как на руках дочка, которой нет еще и годика. А когда приехала, обстановка повергла в шок. В ПФР и даже на улице стояла огромная очередь. Нам посоветовали попробовать подать от супруга, опять же, на эту услугу. Не знаю, получится, не получится. И, кстати, сегодня я зашла на госуслуги со своего аккаунта. Мне пришло уведомление, именно не по СМС, а в общем, что пройдена проверка и вам отказано, потому что сведения недействительны. С этой же проблемой столкнулись и другие люди, с которыми Мария оказалась у пенсионного фонда. Многим пришли уведомления об ошибках, в связи с которыми выплаты на карты поступить не могут. Но вот только жители не учли, что режим повышенной готовности никто не отменял, и столпились возле здания без соблюдения социальной дистанции. В администрации округа быстро среагировали и приехали разобраться с проблемой. Мы приложим все силы для того, чтобы процесс был еще быстрее и большее количество проходило, но самое главное, чтобы не было скученности и чтобы люди соблюдали социальную дистанцию и максимально быстро оформили свои документы и получили деньги. По словам сотрудников ПФР, вся процедура по исправлению ошибок занимает 3-6 минут. Очереди образовались потому, что в связи с условиями самоизоляции людям разрешено приходить в ближайший пенсионный фонд даже не по месту жительства. А так как в округе много СНТ и дач, посетителей стало на порядок больше. Прием в управлении постараются ускорить, а пока администрация предоставила автобус, чтобы люди могли погреться в плохую погоду. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».